друзья, как вы заметили, видео про вот эту вот стойку. Насадка на дрель, на любую дрель. Вот такая вот интересная. У меня она давно завалялась, мне она понадобилась для просверливания круглых поверхностей. Как всем известно, что очень тяжело самому попасть в круглую поверхность точно по центру, точно под углом. И мне вот такая вот штуковина понадобилась. Ну вот она у меня как бы живет теперь в мастерской, в арсенале в моем. Если вам интересно, приглядитесь. Ну такая нужная вещь. Я ее купил за 500 рублей в свое время. Сейчас она рублей, наверное, 900 стоит. Это от фирмы КВБ. Да, и кстати, напоминаю всем, это тоже не реклама. У меня не барыжный канал. Я не торгую инструментами, я просто на своем канале делюсь со всеми мнением о различных гаджетах, девайсах, приспособлениях и инструментах, чтобы знали все. То есть я как бы, у меня миссия моего канала подсказывать годность и негодность. Ну и чтобы вы тоже разглядели лишний раз, что вам нужно или не нужно, может быть, вы присматриваетесь к покупкам. Вот, здесь есть вот такая вот штука, ее... Можно высоту регулировать, смотрите, вот так вот. Но я так понял, это больше фрезерная получается тема, хотя здесь ничего фрезерного нету. Здесь вот такая силуминовая площадка с такими ребрами жесткости. Значит, здесь надо тогда, получается, если фрезер делать, накладочку гладенькую делать вот так с отверстием, чтобы оно ездило, скользило по поверхности. А так оно не скользит нифига. Вот, смотрите, видите? Ну и вот, если вот, вот так вот с этой штукой зафиксировать, ну, высота получается вообще не регулируется. Удобная штука. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня много на канале полезности. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда рад быть полезным для всех.